Рождество из детства. Мама раньше всех вставала, торопилась печку затопить, меня тихо одеялом укрывала, боялась разбудить. Тесто ставила у печки, любила угостить нас пирогами, зажигала тихо свечку и молилась перед образами. В ту пору с братом я ходила к соседям прославлять Христа, мешочек с мелочью носила, таков обычай был тогда. Я помню, в окнах тускло свет горел, мороз и лай собак нас не пугали, под нашими ногами снег хрустел, а в небе ярко звездочки мерцали. Тогда сугробы по колено были, легко так сразу не пройдешь. Мы вдоль колодцев проходили, к ним тропку проложила молодежь. Они под вечер все гадали свою судьбу на женихов, а мы от бабушки узнали, что пели ангелы для пастухов. А храма не было у нас, и Библию никто нам не читал. Все это есть у нас сейчас, тогда другой был идеал. Гирлянду мы на елке в праздник зажигали, любили с братом в прятки поиграть, о сути Рождества мы ничего не знали, зато мы видели, молилась мать. Теперь с детьми бываю в храме и чувствую, как в детстве благодать. Я говорю спасибо маме, она смогла нам веру передать. 23 декабря 2009 год. Голубева Екатерина. Читала Голубева Екатерина.